Всем привет, друзья! Вы на канале Зеленый попугайчик ТВ. Это новое название нашего канала. А как вы думаете, где сейчас попугайчик? Сейчас у нас 5 часов вечера, а попугайчик, я уже сегодня говорила, плохая погода за окном. Тоже не веселый, грустит. И как вы думаете, где он? А он, посмотрите, где он. Он тут спит. И спит уже давно. Уже, наверное, часа как 2. Может, чуть поменьше. Вот сидит возле своего мячика. Это он уже считает как его друг. Птички у него нету. Он скучает и считает, что мячик — это его птичка, его друг. И вот он сидит возле него и спит. И вот хотя игрушки у нас тут разбросаны рядом с ним, он в них даже не играл. А сидит вот так вот и спит неподвижно. Иногда проснется, что-то ему там попоет. И опять спит. А я разговариваю с вами шепотом, чтобы его особо не спугнуть. За окном продолжает идти дождик. Каждый раз я так сильно удивляюсь этому. Когда плохая погода, тоже всегда невеселый. Вот видите, если вам видно, он прям закрывает глазки, засыпает. Полдня спал в клетке. Ну, скажем, не спал, а сидел. Не шумел. А потом мы его выпустили. Ну, особо он даже и не летал. Может, минут 5 полетал. Вот теперь, как я вам уже сказала, часа 2-1,5 сидит вот здесь и спит. Даже интересно. Друзья, расскажите, как же у вас спят попугайчики? И спят ли? И как они себя ведут в такую плохую погоду, когда за окном дождик и пасмурно? Как они себя ведут? Где они спят? В клеточке, вне клеточки? Или наоборот, весело играют, чирикают и летают? Расскажите, напишите в своих комментариях. Очень интересно посмотреть, почитать и узнать, как же ведут ваши животные вас. На этом мы его оставим. Пусть дальше спит наш попугайчик. А всем пока-пока.